Статистика ГИБДД показывает, что подавляющее большинство дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с пострадавшими, происходит на перекрестках. Некоторые из них фигурируют в сфотках чаще других, как, например, Виноградова-Осипенко. Именно этот участок был выбран полицейскими для проведения профилактической акции. Сегодня проходит акция «Перекресток». Акция проводится на данном перекрестке Виноградова-Осипенко, так как это один из самых аварийных участков в городе. Мы раздаем водителям памятки, где указана правильная схема проезда перекрестка. Перекресток улиц Виноградова и Осипенко действительно печально известен своей аварийностью. ДТП в этом месте происходит с периодичностью раз в несколько месяцев. Камеры ЕДДС и очевидцев фиксировали столкновения автомобилей на высокой скорости. Были свидетельства и наезда на пешеходов, как, например, в январе этого года. Нередко лихачи в этом месте вылетали на обочины. Памятки, которые вручили великоустюгским водителям сотрудники ГИБДД, должны напомнить об осторожности и соблюдении ПДД. С точки зрения водителя, конечно же, этот перекресток, я считаю, что он опасен. Я тоже являюсь водителем, и когда пересекаю любой перекресток, стараюсь соблюдать бдительность, притормаживаю, соблюдая все правила. Сотрудники ГИБДД напомнили автолюбителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении перекрестков. Не только Виноградова-Осипенко, но и любых других. Степан Крыжановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».